О, какая, слушай, да? Поль, скажи, красиво смотрится на этом самом, на этом, ну, как ее называют, подсвеченная, вообще класс. А что она такая красивая? Ну, мы уже начали кузов полировать, так как у нас заканчивается сборка. Коль, вот. Подойди к ней поближе, вот не попадаешь вместе с этой красотой. Прошлись, как всегда, сначала шкуркой, вот, всю полностью поверхность. То есть, а сейчас вот то, что на ней какая-то вот эта мелочь, это что такое? Это налетело, вот? Я уже... А, там... это пыль такая, это паста, наверное. Я сзади, да? Полировал, да, вот крышу полировал, и немножко туда налетело, но это нормально. Я когда все закончу, все это отмою, очищу, и будет уже... Слушай, а вот, Валь, согласись, в реальности вот другой цвет, чем на этом самом, другой, да? Цвет, чем да. На видео даже прямо еще интереснее смотрится. Ну вот это вот, посмотрите, это вот первая паста грубая, а вот крыша уже закончена. А тут, наверное, на видео-то сильно-то, хотя... Я думаю, видно. Да, должно быть, да, видно, да. Классно, да, вообще. Крыша, вот задняя... Слушай, а на солнце этот цвет, наверное, еще будет по-другому смотреться, ну, да? Будет есть... просто прям вот очень ярким, красивым. Да. А я и смотрю, тут уже вот всяких вот этих блестяшек уже появилось вот здесь вот, да, много на ней вот эти... Здесь уже много что собрано, я говорю, она уже закончена почти в виде. Кое-что снаружи не ставили, чтобы не мешало полировке. Угу, а сейчас, как только будет готово, мы это накинем. Ну, я понял. Блин, слушай, она реально под солнечным цветом будет очень красиво смотреться, машинка классная.